Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смолин. Сегодня поговорим о радиовыключателях. Из личного опыта, выполняя ремонты помещений, часто сталкиваюсь с ситуацией, когда необходимо добавить выключатель, перенести выключатель влево, вправо, вверх, вниз, для детей, чтобы удобство пользоваться было, или у вас поменялся интерьер, и новая мебель закрывает существующий выключатель. Так вот, во всех этих случаях и во многих других вам на помощь придут радиовыключатели. Существует много производителей радиовыключателей. Я полазил по интернету и приобрел радиовыключатель в интернет-магазине HitePro. Причем это интернет-магазин непосредственно производителя. И производитель российский. Из чего состоит комплект? Комплект состоит непосредственно из кнопки. Это назовем передатчик. Радиореле. Одноканальное радиореле. И рамка. Почему я остановился на этих радиовыключателях? Дело в том, что они подходят к рамкам Legrand. Что из себя представляет непосредственно радиовыключатель? Это вот кнопка, и там за кнопкой находится плата. Достаем плату. Монтаж выполнен качественно. Не слепые мальчики в подвалах Гонконга делают. Радиовыключатель работает от батарейки. Батарейка, срок службы ее, хватает на 7 лет, как заявляет производитель. Продолжительность работы зависит от условий эксплуатации. Если в холодном помещении, конечно, срок службы батарейки будет меньше. Также меня заинтересовала гарантия 3 года на данную продукцию и дальность действия до 250 метров. Но это, я так полагаю, на открытом пространстве, если стены из железобетона, панельный дом, дальность действия, конечно, уменьшится несколько. Вот так все просто это выглядит. Прежде чем на макете непосредственно показывать, как производится подключение радиовыключателя и как он работает, остановимся в двух словах на классической схеме работы освещения. Как устроена классическая схема? Выключатель, лампочка. Прежде всего, существует распределительная коробка, к которой подводится фаза и ноль. Фаза каким-то образом в этой распределительной коробке коммутируется с другим проводом, который идет на выключатель. Выключатель производит разрыв линии фазного провода. Фазный провод идет на лампочку. Также через эту коробку нулевой провод тоже идет на лампочку. Если ваша люстра или светильник с заземляющим проводом, то существует еще один проводник заземления. Вот так работает классическая схема. Важно, до начала подключения элементов радиовыключателя в нашу схему освещения необходимо обесточить линию освещения. В данном случае я просто вынимаю вилку из удлинителя. Демонтируем светильник, фазный и нулевой провода через колодки подключаем к соответствующим проводам радиореле. Также при помощи колодок к выходу реле подключаем патрон светильника. Затем демонтируем механизм существующего выключателя. Для этого снимаем клавишу, рамку и сам механизм выключателя. Отсоединяем провода от выключателя и соединяем их между собой при помощи колодки. Крепим механизм радиовыключателя с рамкой. Итак, мы произвели монтаж комплекта радиовыключателя на макете. Все очень просто, доступно, согласно инструкции производителя. Теперь подаем питание. В данном случае я вставляю вилку в удлинитель. Как видите, загорелась зеленая лампочка на радиореле. Данное радиореле можно запрограммировать четырьмя способами. Это переключение, выключение, только включение или только выключение, как я сказал раньше, и как таймер. То есть включили, через какое-то время будет выключаться. Все подробно в инструкции написано. Производим программирование нашего радиовыключателя. Назовем его в данном случае передатчик. В режим переключения, согласно инструкции, берем зубочистку, один раз нажимаем специальное отверстие и сразу отпускаем. И чтобы привязать данный передатчик к радиовыключателю, на него тоже один раз нажимаем. То есть мы тем самым привязали данную кнопку к данному радиореле. Хочу отметить, что к одному радиореле можно привязать до 200 выключателей. Проверяем работу. Мы запрограммировали одну кнопку. Берем вторую кнопку, она еще не запрограммирована. Нажимай и нажимай, ничего не получится. Аналогичным образом производим программирование радиовыключателя нашей кнопки передатчика к радиореле. Выполняем ту же самую процедуру. Отсюда теперь можно выключить. И теперь куда угодно этот выключатель можно расположить. Теперь запрограммируем один из радиовыключателей чисто на выключение. В инструкции сказано, нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд. За это время светодиод погаснет и вспыхнет один раз. И привязываем наш радиовыключатель к радиореле. Привязали, выключаем. В
Включить мы им уже не можем. Включить можем одним, а этот у нас расположен где-то на выходе из квартиры. Мы спокойно оделись, забыли выключить свет. Чтобы нам не разуваться, выключаем. Итак, программируется на все остальные режимы. Теперь все это смонтируем в существующую схему освещения. Для этого в щитовой отключаем автомат, который подает питание на линию освещения, и спокойно производим демонтаж существующего выключателя. Снимаем клавиши с рамкой и демонтируем механизм выключателя, вместо которого будем устанавливать радиовыключатель. Отсоединяем провода от выключателя и соединяем их между собой при помощи колодки. Крепим механизм радиовыключателя на освободившееся место. Устанавливаем на место двойную рамку и клавишу соседнего выключателя. Так же, как на макете, мы уже в существующую схему освещения подключили радиореле и установили светильник на штатное место. А в электрощитке включили автомат, запитывающий данную линию освещения. Мы произвели монтаж аналогичным образом, как было показано на макете. Смонтировали радиовыключатель вместо существующего механического выключателя. Включаем освещение. Также, естественно, можно выключить. А у меня в руках второй радиовыключатель, который тоже запрограммирован и привязан к радиоруле на включение и выключение. Вот, пожалуйста. Теперь мы его можем закрепить в любое удобное для нас место. Мы не привязаны к штроблению стен, к нарушению поверхности стен, если это обои и прочее, прочее. Закрепить его можно как саморезами к стене, наклейку, ленту, на двусторонний скотч, в любое удобное место. Компания HitePro, производитель радиовыключателей, выпускает еще радиомодули. Вы можете купить отдельный модуль, который подсоединяется к выключателю кнопочного типа. И у нас этот выключатель кнопочного типа автоматически становится радиовыключателем. Надеюсь, вы оценили простоту монтажа и удобство эксплуатации радиовыключателей. На этом сегодня все. С вами, как всегда, был Александр Смолин. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.